Когда аэрганерам скучно, они обязательно находят погоду, вот, чтобы поветренее было, и решают бахнуть на соточку. Вот тут срывает флаги, просто срывает ветром. Еще раз. Дистанция 100 метров. Стрелок номер один пытается совладать с ветром и прикрепить еще. Все. Тихо, не поверите. Это мы хотим пострелять. Ветра нет, ребят. Это монтаж. Это фотошоп. Фотошоп. Маруська, а это наш корректировщик. Вот. Корректировщик. Так, тут злой стрелок хочет. Я не пойду за тобой еще раз. Я отсюда поснимаю. Внимательно наблюдаем за стрельбой. Все ли в порядке? Вот такая погода. Ну вот мы как бы уже и готовы стрелять на сотку. Тут ветра нет. Это я натянул от солнца тент. Капюшон тоже одели от солнца. Стреляем. В таких ветровых кондициях мы отстреляли на сотку. Сейчас покажу, что из этого вышло. Так, сначала ИЖ. Вот я группу дал 5. Вот еще 5 сюда дал. Очень тяжело в такой ветер. Значит, мне приходилось целиться, чтобы прилетало вот сюда. Я целился вот примерно вот сюда. То есть крест у меня был вот здесь. А прилетало вот сюда. Грубо говоря, через пол подтона нужно целиться. Вот, чтобы сюда у меня прилетало, я вот здесь держал крест, вот. Так, ну ладно, поезжу, понятно. Вот и вот. Вот егерь стрелял, шестерка. В принципе, ему полегче бороться с ветром.
Так что, ребят, вот такая вот стрельба в таких ветровых кондициях. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут.